привет! И как всегда, на самом интересном месте. Короче, кое-как допрессовал, не знаю. С большими потерями. Все гремит. Не знаю. Ехать за ним, не ехать. Может, стороной уйдет. Сотни вряд ли, наверное, будет. Штук 70, наверное, точно будет. Я говорю, погода хрен пойми нафиг. Все, пресс работает, нормально работает пока. Китайская хрень, короче, работает нормально. Не знаю, вон дождь пошел, все, наверное, нас. Домой валить. Газика заводить. Смысла нету, наверное, ехать сейчас. Пусть уже мокнет нафиг. Не синокос, а синогной какой-то в этом году у нас в Сибири нафиг. Либо у меня так, либо и хрен его знает, короче. Ай. Хрен пойми, короче, она тут вроде, там чисто все нафиг, здесь только чисто вот туча. Ладно, короче, поеду домой. Там еще карман надо убирать, вот там. И там, получается, тоже осталось. Середину я полностью убрал, домой уже вывез, накрыто все. То есть вот эта середина убрана. Здесь середина. С большими потерями, конечно. Но это скорее быстрее нафиг, короче. Лишь бы это убрать. Уже неделю сено почти лежит. Короче, ладно. Не знаю, потом, может, включу еще. Ой. Хорошо срулонил нафиг. Охренеть. Блин, она тут только где-то ходит, эта туча, там он все чисто нафиг. Ай, блин, а. Это уже не первый раз так вот, кстати. По прогнозу никаких дождей нету вообще, хрен его знает, этим синоптикам нафиг ему верить. Ну и ладно, короче. Еду домой.